Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь с вами. И с Духом Твоим. Так, братья и сестры, мы празднуем сейчас вторая месса сегодня, что мы подарим усопших. Потому что этот день, все, что мы делаем, чтобы помогать усопших. Каждой молитве, каждая святая месса, каждая жертва. Это мы хотим подарить душа на чистилище. Потому что этот день через силу миру мы делаем это дело настоящей милосердной любовью. Чтобы помогать этих, кто не может больше помогать себе. И поэтому, когда мы начинаем это святая месса, мы хотим тоже и мы помнить наши грехи. И мы просим Бога его прощения. Исповедую Богу всемогущему и вам, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и несовершением добра по моей величайшей вине. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог и простив грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христе, помилуй, Христе, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помолимся. Боже, слава верных и жизнь праведных. Смертью и воскресением Твоего Сына мы обрели искупление. Умилостивись от усопших слугах Твоих, чтобы они, познавши тайну нашего воскресения, удостоились обрести радость вечного блаженства. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение из книги Иова. И отвечал Иов, и сказал: «О, если бы были записаны слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным, с оловом, на вечное время, на камни вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Слово Божие. Благодарение Богу. Верую, что увижу благость Господа на земле живых. Верую, что увижу благость Господа на земле живых. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Верую, что увижу благость Господа на земле живых.
Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Верую, что увижу благость Господа на земле живых. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне, и я буду искать лица Твоего, Господи, не скрой от меня лица Твоего. Верую, что увижу благость Господа на земле живых, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Верую, что увижу благость Господа на земле живых. Пославшего меня Отца, есть та, чтобы всякий верующий в меня имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Господь с вами. Чтение Святого Евангелия от Иоанна. Слава тебе, Господи. В то время Иисус сказал своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, верите в Бога, и в Меня верите. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фомас сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, как и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Слово Господне. Хвала Тебе, Христе. Как я сказал вначале, этот день – особенный день милосердия. В этом плане, что это не день, когда мы получаем милосердие, это день, когда мы покажем милосердие. Вчера мы праздновали всех святых. Это день, когда мы думаем о каждом, кто находится на небе. Подумайте, каждый, кто мы знаем, кто умер. Есть вообще три варианта, как речь закончилась. Или они уже сразу на небе, как мы желаем каждый из нас. Что через тем, что мы исповедуем, через тем, что мы получаем все это милосердие Божие, и мы доверяем все к Нему, и мы не ждем для нас святости, тогда мы будем идти сразу на небо. Особенно, кто умирает через все эти таинства Божие. Кто принял или помазание больных, и исповедь, и причастие. Они идут сразу на небо. Потом есть этих, кто совсем ненавидит Бог и не хочет Его милосердия, не хочет Его любовь. Они сам выбирает идти в ад. Это решение мы делаем, потому что каждый из нас грешник. Поэтому каждый стоит до Бога как человек недостойный. Каждый. Тоже святые люди недостойны. Они тоже грешники. И мы стоим перед наш Бог, и это вопрос: я принимаю Его милосердие и любовь
У меня есть достаточно смиренность принимать, что я согрешил или нет. Кто решает нет, они в ад. И мы не можем их помогать. Но есть эта третья группа. Люди, кто хочет идти с неба, хочет любить Бога, но они были слабы, и они умерли без покаяться за всем. И Бог дает им еще последний шанс Его милосердия. И это мы называем чистилище. Это не написано очень ясно на Библии, но есть разные моменты, где мы видим, что есть это судья после смерти, и тоже есть судья, да, мы страдаем тоже за наши грехи после смерти и так далее. Есть еще на Библии, мы найдем эту идею. И поэтому церковь говорит о чистилище. Это места, где люди, кто не были готовы идти на небо, должно идет этот процесс чищения. Быть чистым, быть святым. Потому что никто может быть на небо, потому что они святые. И это так красиво, если мы так подумаем. Потому что это, правда, последний инстанс Божьего милосердия. Каждый, кто находится на чистилище, они будут один раз на небо. Ну, как мы видим, да, благословие тоже через многие разные мистиков, святых, кто видели прямо чистилище, думаем тоже от этих детей из Фатима, где Мать Божия сам показал их чистилище, и они видели всех этих душа, кто страдали. Мы знаем, что они не могут сам себе помогать. Подумайте это, особенно кто будет это посмотреть. Когда человек живой, можно сам раскаиваться. Когда человек живой, священник может прийти и дать ему прощение всех грехов, как я вчера делал за один мужчина. Когда живой. Когда живой, мы можем решать, принимая причастие. Когда живой, я могу Розарию помолиться. Один, радуйся, Мария. Без разницы. Все это мы можем делать, когда живой. Но один раз, когда умираем, мы не можем больше помогать себе. Это уже поздно. Все таинства церкви для живых. У нас есть семь таинств, и всех семь для живых, не для усопших. Когда усопших, мы можем молиться. И, к сожалению, так часто люди меня звонят только после смерти кто-то. Это уже поздно. После смерти, да, я могу делать похороны, отпевание. Мы можем помолиться за этого человека, но это не убирает греха от этого человека. И поэтому лучше, когда живы. Поэтому, если кто-то болеет, если вы знаете, кто-то болеет, звоните вовремя, священник. Говорите этого человека вовремя. Ну хорошо, сегодня мы думаем, кто не успел. И это, к сожалению, большая часть людьми. Люди, кто не раскаивался за всем сердцем во время жизни. Ну хорошо, тогда начинает наша ответственность. Это один из этих образ милосердия. Вы знаете, вы помните, есть образ, духовный образ милосердия, есть физический или телесный образ милосердия. Кормить, дать одежду, посвящать больных и так далее. Но для духовный образ милосердия, один из этих – это молиться для усопших. Мы делаем похороны, мы молимся. И этот день, силу день – это день, когда мы хотим помогать усопших. И если мы так думаем, в первый момент это нам не помогает ничего. Это что-то красивое. Мы делаем только чисто из любовь. Но в конце концов это тоже нам помогает. Но это не должно быть причиной. Потому что один раз, что они в небо, они будут точно тоже молиться для нас. И они, это будет тоже для нас большой помощь. Имеет так много людей, кто делает заступничество для нас. Но это не причина. Я надеюсь, что это не причина, потому что мы молимся для усопших. Должно быть чисто из любовь, чтобы они могут идти в рай. Что они могут оставить все, что было человеческое. Потому что мы говорим от этого, что наши грехи имеют последствия. Думаем так, если я каждый день злею зла, каждый день моей жизни я злый была,
Может быть, не даже исповедовал это. Но это оставить, это внутри сердца наше. У нас уже есть эта плохая привычка быть злым. И тоже это нужно и целает. Поэтому мы говорим от индульгенции. Эта индульгенция, обычно мы можем тоже мы живых принимать. Эта индульгенция должна помогать как раз этого. Это последствия для греха, а после, что мы тоже, Бог нам простил. Есть это последствия, что остается. Мы можем так, не знаю, как объяснить, как грязь или как раны, что нужно и целает внутри душа. Бог простил нам, но раны остался. Этот день, всякая индульгенция идет на усопших, не на нас. Обычно, да, мы можем тоже от себя принимать. Почти каждый день есть возможности, как получают индульгенцию, полностью индульгенцию. Но этот день индульгенции мы подарим на усопших. И вы знаете, что этот году Ватикан, а я поставил на WhatsApp, можете читать, Ватикан дал еще больше возможностей получать эту индульгенцию. И поэтому есть каждый день этот месяц возможность, что мы получаем это особенное благословение для один усопших. И полностью индульгенция значит, что каждый день, если мы исполним, что нужно, один усопших можно идти сразу на небо. Сразу. Это типа, если ты идешь в тюрьму и заплатишь, чтобы один человек будет свободный. И так мы делаем через нашу молитву. И что нужно делать? Хорошо, обычно нужно идти в кладбище и помолиться для усопших. Это году Ватикан дал нам даже возможность сделать это из дома. Каждый из нас, каждый день мы можем помолиться, духовно соединимся за усопших. И мы молимся. Мы молимся для усопших. Мы молимся для интенции Святой Отец. Обычно делается так, что мы молимся креду, Отче наш, радуйся, слава. Потом нужно исповедиться. Короткое время до или после, скажем, в течение месяца мы исповедим. Обычно тоже нужно принимать причастие, но за это время карантина тоже это, я думаю, что убрался. Потому что, когда я читал этот декрет, для Ватикана не было написано, чтобы нужно принимать причастие. Поэтому даже это мы, из этого мы освободил, освобожденный. И поэтому этот месяц, сейчас у нас силу месяц, где мы можем помогать другими. Это так красиво, чтобы не думаем от себя, но от остальных. И это очень красиво. Поэтому после этого Святая Месса мы будем делать все эти молитвы, что обычно делается в кладбище, но тоже мы можем делать все равно в церковь. Даже написано, или церковь, или кладбище. Тогда это году будет церковь, чтобы вы все тоже видите. И вы можете каждый день это посмотреть, это месяц, если хотите, чтобы помолиться для усопших. И мы доверяем все для милосердия Божия. И это так важно, чтобы мы учим, доверяет Бог. Доверяет Бог. Еще раз, что мы молимся за усопших сегодня. Это мы молимся не для кто на небо. Кто уже на небо не нужно помолиться, они уже совершенны. Но мы молимся за каждый, кто до сих пор нет. Кто еще почистится, кто еще на пути, даже после смерти, еще на пути в небо. И поэтому мы молимся для усопших в этот день. Аминь. Так исповедуем нашу веру. И это мы делаем тоже за имя для всех усопших. Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного несотворенного, единодушного Отцу, через которого все сотворено, который ради нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес
и воплотился от Духа Святого, и Марии Девы, и стал человеком. Был распят за нас при Понтии Пилате, пострадал и был погребен, и воскрес в третий день по Писаниям. Вошел на небеса, сидит одесную Отца, и вновь придет со славою судит живых и мертвых, и царствует и в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца и Сына исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном воздается поклонение и слава, который вышел через пророков и воединую святую католическую и апостольскую церковь, исповедую единое крещение, во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, исповедуя веру в общение святых, со смиренным попросим Бога, богатого милосердия, об отпущении грехов всем усопшим. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Об усопших священнослужителях, монахах и монахинях, дабы они удостоились прощения своих прегрешений и участия в небесной литургии. Господу помолимся. Господи, помилуй. О наших усопших родных, знакомых и благодетелях, дабы, освободившись от тлена греха, они обрели обители вечного царства. Господу помолимся. Господи, помилуй. О погибших в войнах и катастрофах, дабы, снискав Божие милосердие, они были причислены к лику спасенных. Господу помолимся. Господи, помилуй. О тех, кто оплакивает усопших, дабы они нашли мир и утешение во Христе, Владыке жизни и смерти. Господу помолимся. Господи, помилуй. О нас, здесь собравшихся, дабы мы удостоились благочестивой жизни и блаженной смерти. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, смертью Сына Своего Единородного, смерть праведный, упокой души усопших рабов Твоих и прости им всякое прегрешение, ибо Ты свят, а милосердие Твое пребывает вовек, через Христа Господа нашего. Аминь. Номер 112. Твердыня
Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу, Отцу Всемогущему. Да примет Господь жертву из рук твоих во хвалу и славу имени Своего, равно и на пользу нашу, и всей Церкви Своей Святой. Всемогущий милосердие Божие, это жертвой, а мой в крови Христовой, почивших слуг Твоих от грехов их, чтобы тем, кого Ты очистил водами крещения, непрестанно очищались в Твоим милосердием прощением через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами. И с Духом Твоим. Ви сердца. Имеем их у Господа. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно. Нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий Вечный Божий, через Христа Господа нашего. Ибо Он один принял смерть, дабы все мы не умерли. И Он один благоволил умереть, дабы все мы для тела жили вечно, для Тебя жили вечно. Поэтому в единении с ликами ангельскими и мы Тебя славим, в радости исповедуя. Воистину, святый Господи, источник всякой святости. Поэтому просим, освети эти дары Духом Твоим, подобно росе нисходящим, дабы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он же, добровольно предавая Себя на страдания, взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, преломил и подал ученикам Своим, говоря: «Примите и вкусите от Него все, ибо это есть тело Мое, которое за вас будет предано». Подобным образом после вечери, взяв также чашу и вновь вознося Тебе благодарение, Он подал ученикам Своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется в отпущение грехов. Это совершайте в память обо Мне». Тайна веры. Смерть Твою восхищаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, доколе Ты придешь. Поэтому, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения,
и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобою и служить Тебе. И смиренно молим, что мы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Духом Святым воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, и соделай ее совершенной в любви, вместе с Папой нашим Франциском и епископом нашим Аделью и всем духовенством. Помяни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, и да пусти их все от лица Твоего. Просим, помилуй нас всех, дабы вместе с блаженной Богородицей Девой Марией, блаженным Иосифом ее обручником, блаженными апостолами и всеми святыми, от века Тебе угодившими, мы удостоились быть участниками вечной жизни, и Тебя восхваляли и прославляли через Сына Твоего, Иисуса Христа. Через Него и с Ним и в Нем Тебе, Богу Отцу Всемогущему, единстве Духа Святого, всякая честь и слава во все веки веков. Спасительными заповедями в тахно в лоне и божественным наставлением на учение, Дерзаим говорит: Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, просим Тебя, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, дабы укреплённее силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и огращения всякого смятения, ожидая блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила, и слава на веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не взирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволю мирить и объединить ее. Ты живущий и царствующий во веки веков. Аминь. Мир Господа будет всегда с вами. И с Духом Твоим. Дайте друг другу мир. Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, да. Вот Агнец Божий, вот отъемлющий грехи мира, блаженны званы на вечеру Агнеца. Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.
Помолимся. Вкусив таинство единородного Твоего, закланного за нас и воскресшего во славе, смиренно молим Тебя, Господи, об усопших слугах Твоих, чтобы они, очищение пасхальными тайнами, удостоились славы грядущего воскресения через Христа Господа нашего. Аминь. Матерь, Тебе принадлежу. Отныне и навеки, с Тобою и через Тебя, я хочу навсегда принадлежать Господу нашему, Иисусу Христу. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Идите, месса совершилась. Благодарение Богу. Святой Архангел Михаил, защити нас в битве против лукавств и козней дьявола. Будь нам заступником, да повелит ему Господь, смиренно молим. А ты, князь небесного воинства, силой Божией вергни в ад сатану и других злых духов, бродящих на погибель. На погибель душам. Аминь. На интенции Святейшего Отца, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале и во веки веков. Аминь. Вечный покой дарую сопшим Господи, и да сияет им свет вечный, да покоются в мире. Аминь.